Новоуральск – город волонтеров. Такого активного волонтерского движения не сыщешь в других городах региона. Среди представителей городской молодежи Арина Блохина – активист волонтерского движения, участник многих городских и региональных проектов. Арина, ну расскажи, как ты пришла в волонтерство и что этому способствовало, что ты в нем нашла в настоящий момент? Волонтерством я стала заниматься в 13 лет, в 2013 году. Меня пригласили на мероприятие, посвященное правилам дорожного движения, посмотреть в качестве зрителя. Я посмотрела, как ребята мотивируют там, соблюдать правила дорожного движения. И, в принципе, они призывали к волонтерству. И я бы подумала, почему бы нет, почему не пойти, не попробовать свои силы. Ну, я пошла в 13 лет, в 14 лет я получила волонтерскую книжку. Затянула насовсем. Да, затянула насовсем, то есть у меня в будущем дальнейшие планы. Сейчас я закончила школу, поступаю в педагогический. В будущем планирую, наверное, даже открыть свой волонтерский отряд. Если не в этом городе, то в другом, куда поеду. Волонтерство дало мне много опыта, новые знакомства, новые навыки. Я перестала там стесняться. Попробовала себя в разных функциях, то есть и организатором, и транспортным контролем, и для зрителей услуги. Опыт вообще просто колоссальный получается. И вот смотри, нам стало известно, что сейчас ты будешь работать волонтером на чемпионате мира по футболу в Екатеринбурге. Но это действительно это уникально для нашего города. Вот расскажи про отборы, как тебе удалось попасть и в чем, собственно, твоя работа? Ну, я увидела на просторах социальных сетей группу «Волонтеры Урала». И такая думаю, ну сначала, ну, меня, наверное, туда не возьмут, раз я иногородняя. Думаю, почему бы и нет. И получилось. В течение полугода Арина проходила отборочные испытания, а после ей сообщили радостную новость. Она принята волонтером на чемпионат мира по футболу. У меня транспортный контроль доступа, то есть я буду в самой близи к стадиону Екатеринбург-Арене. Да. Да, мы будем следить за транспортным движением. Но думаю, глазком да что-нибудь увидим еще. Это здорово, но это уникальная возможность. А еще Арина – участница городского проекта «Перезагрузка». Проект помог ей найти себя, стать увереннее, еще раз понять – волонтерство – ее призвание. Я перестала бояться публики, я даже поучаствовала в проекте «Аудитория» во втором сезоне, да, поборола тоже свои страхи сцены. Ну, грустно было, конечно, что проект закончился. Все-таки мы пробыли вместе почти полгода, стали друг другу очень близкими. С кем-то даже общаемся до сих пор, видимся в школе просто. Ну, думаю, проект, правда, очень хороший. И, ну, думаю, ему есть куда развиваться, есть для чего. Потому что это очень интересно. Вот такой вопрос. Ты какой видишь свою дальнейшую жизнь? Ты говоришь, связана с волонтерством. Вот какие основные у тебя сейчас задачи, цели, планы? Ну, одной из главных целей – это сдать экзамены и поступить на бюджет. Ну, думаю, волонтерство, оно во всех университетах сейчас уже есть. За это добавляют какие-то дополнительные баллы, то есть стимулируют нас к этому. Думаю, оно мне не будет никак не мешать, а будет даже способствовать моему энтузиазму. Может, появятся какие-то идеи, может, даже проект какой-нибудь родится в будущем. Волонтерство для тебя – это образ жизни или это просто вот занятие? Оно вот говорят, что все, что волонтерство так затягивает, что ты потом уже не можешь как-то вот без этого существовать. На самом деле, да, затягивает. Правда, вот я сколько лет занимаюсь, уже 5-6 год пойдет. И вот, ну вот, нет желания перегореть и закончить. Бессмертный полк, День молодежи, адресная помощь ветеранам, пожилым, работа с детьми, с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Вот те проекты, в которых Арина принимает самое активное участие уже более 5 лет. Она не из тех, кто считает, что молодежь не заинтересована в том, чтобы родной город процветал. Среди моего окружения на самом деле только самые интересные и активные люди. То есть нам интересно двигаться дальше, пробовать себя в чем-то новом. Когда были выборы в парламент Свердловской области молодежной, мне тоже Елизавета Владимировна Пылаева предложила поучаствовать, попробовать свои силы еще и в политике, потому что до того момента я думала, что для меня политика, экономика – это очень далеко. Оказалось, нет. Да, оказалось так близко. Я поучаствовала даже в дебатах, мы ездили в город Екатеринбург и показали себя в очень хороших результатах. Выборы прошли успешно. Ну, то есть это тоже опыт?
Да, это, конечно, бесценный опыт, он прям навсегда останется в моей памяти. Остается пожелать Арине успешного поступления в ВУЗ, продолжать активную волонтерскую деятельность. И пусть такие люди с активной жизненной позицией, неугомонные, деятельные, ищущие плюсы во всем, болеющие за каждое дело, за которое принимаются, после учебы обязательно возвращаются в родной город. Альбина Бабкова, Иван Вахмяков, Новоуральская вещательная компания.